Мэр Сочи Анатолий Пахомов сегодня оценил строительные работы во второй спортшколе. Там капитально ремонтируют зал и бассейн. Кстати, такого ремонта учебное заведение не видело более полувека. Я хочу сказать, что строители работают с опережением даже дорожной карты. И, как они пообещали, к 18 марта, к дню выборов, они фасадные работы все закончат. И уже этот объект, который 65 лет не ремонтировался, будет украшением города. Ну а внутренние работы в школе завершат к 1 мая. В обновленном здании будут заниматься юные пловцы, баскетболисты, волейболисты и гимнасты. Также сегодня Анатолий Пахомов оценил благоустройство центральных улиц курорта. Город продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу. На курорте определили 73 улицы, которые входят в маршрут гостеприимства. К их санитарному состоянию будет приковано самое пристальное внимание и мэрии, и городских служб.